Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на домашнем паркете примет рижский ВЭФ. Встреча пройдет 20 марта в 18:45 в КРК «Нагорный». БКНН вроде бы закрепился на 7-м месте, но преследователи близко. Калев, занимающий 8-ю строчку, вплотную подобрался к БКНН. А идущий 6-м «Зенит» держится на расстоянии вытянутой руки. Два домашних матча в среду с ВЭФом и в воскресенье с «Зеленой Гурой» могут серьезно поменять ситуацию для нижегородской команды, поэтому ей как никогда нужна поддержка болельщиков.